Нас мало, но мы будем как все стопы. Мы лужники заметили. Thank you.
любви. Наверное, многие из вас влюблены. Время подарков и цветов. Следующая песня именно про них. Улица снов. Выше домов,
не снится, я к ним обратиться. Волнует кровь, маня, зовут они. И что там снится, я к ним обратиться. Смотри, я твой.
Thank you.
Я очень рад. Я очень рад вас видеть. Вы даже не представляете, кто я есть на самом деле. Ебать, колотит. Я бы хотел с вами познакомиться. Я, собственно говоря, и есть ваша душа. Сразу я здесь, я сразу начну с главного. Я хочу вам привести простой пример, да? Публики немного, но я приведу пример. Музыку потише. Это первый пример. Опадают листья октября. Думайте. Видает цвет, тепла и солнце. Моё рождение в Брак царит. И тишина. Ждет природа. Слово теплое. Какое слово нужно? Здравствуйте. Я думаю, весна наше слово, правильно? Нет. Лето. Я также жду, как и вы, весны, понимаете? Я также жду весны. Но у меня зима, у меня нет весны. Почему? Как вы думаете? Я умереть не могу, правильно? Я могу умереть, скажи мне. Почему я не могу умереть, скажи мне? Душа. Потому что я душа, правильно? Я живу вечно. Но главное, что я не могу не убежать от вас, вы меня держите. Значит, у вас еще... Нет, честно сказать, я на вас не сержусь, вы хорошая публика, полный зал, посмотрите, полный зал. И я на вас не сержусь. Да, я, и каждый твердит, я. Смотрите, внимательно, посмотрите назад, смотрите, время. Посмотрите время. Время, посмотрите, убегает время от нас. Вы видите это? А что остается, скажи? Что остается? Остается боль. А с болью остается еду. Да, правильно. А я слушаю плач. И посмотрите, от я до кто я прошло много времени. А мы сделали много, скажите. Очень. Много мы сделали? Много. А скажите мне честно, что вот нами движет? Скажите вот вы, что вами движет? Мной? Вами. Жизнь. Вами жизнь движет. А многими что? Время вами движет. Вы хотите спешить, правильно? Жить. Что вами движет, девушка? Любовь. Вы посмотрите, весна, любовь. Вами что движет, девушка? Ничего не движет девушкой. Посмотрите. Вами А многими, ребята, вот честно сказать, многими что движет? Вот скажите самое главное, что движет? Нет. Нет. Вы знаете такое алчность? Нет. Знаете, что такое алчность? Скажите мне. Это жадность. А еще точнее, если образно сказать, что это такое? Возьмите с пола. Это камень. А камень он какой? Твердый. Твердый и холодный, правильно. В него можно запустить людьми камень? Вот это вот алчность, правильно? Дальше еще что? Что еще движет? Ну-ка, скажите мне. Но честолюбие и тщеславие движет людьми, правильно? И холодное сердце, зависть движет людьми. А что должно двигать людьми, правильно? Скажите мне, что должно двигать? Любовь. Справедливость еще. Свобода. Свобода еще. Громче еще. Человеколюбие. Активней. Честность. Честность должна двигать людьми. Честность. Честность. Балчихой. Я честный. Когда я отсюда?
Не ориди. Следующая песня называется «Звон металла». Я прошу.